Заключительный гоночный день радует яхтсменов солнечной погодой, но, к сожалению, не ветра. Гоночный комитет несколько раз отправлялся на воду мерить ветер. И вот, после недолгого ожидания, ветер пошел, и яхтсмены уже на воде. В гоночной таблице первой профессиональной парусной лиги уже есть явные фавориты. Но спортсмены прекрасно знают, как может быть переменчива удача. Несмотря на большой отрыв, придется хорошенько поработать, чтобы сохранить свое лидерство. Я плачу, ребята, простите. Ну, конечно, грустно. Регата, я считаю, регата состоялась. Это вот не сухие слова из протокола, означающие, что прошло нужное количество гонок. Я имею в виду, что регата действительно получилась. Я назову это магией. У нас случилась магия. Были уверены в себе, что у нас есть силы войти в тройку лидеров. Вот. Не сомневались в себе. Сегодня хорошо провели гоночный день. Подготовились к нему. Очень хорошо, я считаю. Ошибки, конечно, и какие-то выигрыши, но в целом неплохо. Мы разберем, проанализируем, но считаю, мы сегодня хорошо, достойно боролись. В принципе, делали практически максимум, что могли сегодня делать. Экипаж «Звездный» наверняка предоставится такая возможность. Мы обязательно еще разок командой «Березки» где-то будем бороться. Гоночный день прошел весело, задорно, хорошо, расслабленно. У нас не было задачи ходить первыми, у нас была задача просто держаться в лидерах. Немножечко в первой гонке, наверное, не собрались. Пришли седьмые опять. Но ничего страшного, это не повлияло на наш результат, поэтому хорошо, расслабленно отгоняем. Миша, не забывай. Молодец, спасибо.